Фирма «Автодизайн» является лидером в производстве спецавтомобилей для МЧС. Один из таких автомобилей – передвижной пункт управления ППУ-4803. Автомобиль предназначен для оперативной работы руководителя и комиссии по чрезвычайным ситуациям при возникновении аварийных и стихийных бедствий. Он служит для доставки специального оборудования к местам выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ, мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим, для связи и оповещения в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, катастроф и стихийных бедствий. Фургон изготовлен из теплошумоизоляционных сэндвич-панелей. Обвязка фургона, внутренних перегородок и дверей произведена из алюминиевого профиля. Автомобили рассчитаны на эксплуатацию при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Он оборудован кондиционером и вытяжными вентиляторами, четырьмя окнами из пластикового стеклопакета, входной дверью с удобной выдвижной лестницей. Сзади автомобиля, под фургоном, в герметичном металлическом ящике установлен дизельный электрический генератор. На задней стенке фургона, ближе к правому борту, расположена лестница для подъема на крышу. На крыше фургона смонтирована рабочая площадка с нескользящим покрытием и ограждением высотой 15 см. На передней стенке две телескопические мачты, освещение и антенны высокочастотной и спутниковой связи. Фургон разделен на три отсека – оперативный, отсек руководителя и вспомогательный. В перегородках между отсеками установлены сдвижные двери из алюминиевого профиля. Оперативный отсек предназначен для посменной работы и отдыха оперативной группы из двух человек. Здесь размещены средства связи и оповещения, оргтехника и другое оборудование. В отсеке располагается мягкий двухъярусный диван. Под диваном находится вещевой ящик, в котором установлен автономный отопитель ВБ-100. Кроме того, в отсеке размещены шкаф для одежды, две стойки для средств связи, документации, оргтехники с индивидуальной подсветкой, сейф для документов, рабочий стол и кресло оператора, переговорное устройство, кабина, фургон. Отсек руководителя предназначен для проведения заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и отдыха одного человека, для размещения специального и бытового оборудования, документации. Вдоль перегородок отсека установлены развернутые друг к другу мягкие сиденья, между сиденьями стол, в стойке которого расположен металлический сейф для документов. Также в отсеке находится мягкий диван, под которым располагается бак для воды из нержавеющей стали емкостью 200 литров. Над диваном помещена антресоль с четырьмя отсеками для документов, посуды и постельного белья. В углу на специальной подставке видеодвойка. Вспомогательный отсек предназначен для размещения специального оборудования и кухонного, технического и сантехнического модулей. Кухонный модуль оборудован мойкой с проточным водонагревателем и насосом для подачи воды, холодильником, микроволновой печью и вытяжкой. Сантехнический модуль отделен от отсека перегородками со сдвижной дверью. В нем установлены душевая кабина, биотуалет и умывальник. Технический модуль представляет собой металлический шкаф с отсеками для размещения оборудования и инвентаря. Двери шкафа распашные и закрываются на шпингалеты. Дверцы всех шкафов, ящиков, откидные столешницы столов, а также лежаки спальных мест в отсеках в транспортном положении фиксируются защелками. Многолетний опыт фирмы «Автодизайн» в производстве спецавтомобилей, профессиональный подход и творчество гарантируют качество и реализацию самых смелых идей заказчика.